Каждый из ребят должен пригласить свою подругу на свидание во время уроков. Выберите место и повод для встречи. А девчонки должны найти нужные слова, чтобы убедить встретиться после уроков и не допускать пропусков занятий. Ну что, кто готов? Ну что, Даша и Никита, начнем с вас? Давайте. Пошли со мной на свидание в парк. Нет, не хочу, уроки. Ну пошли в парк. Нет, уроки. А я машинку подарю. Не хочу, ведь уроки. Я тебе мишку подарю. Не пойду, не пойду. А я тебе конфетку подарю. И ладно. Ой. Пожалуйста, Марина и Тихон. Марина! 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 Пошли в кино. Ну что? Ну, пила 7. Ой, ты меня когда-нибудь доведешь. Давай, глянь, какая погода хорошая. 14 февраля, метель, снег, как хорошо. Давай сходим на природу, поужинаем, свечи, открытый воздух. Ну, это, конечно, замечательно, но кино через час. Уже довел со своими этими. Давай лучше тихонько посидим, а? Спасибо. Богдана и Алена. Урок русской литературы, изучение поэмы «Ромео и Джульетта». Алена. Алена. Ну не цепись ты от меня. Пошли. Пошли на свидание. Куда мы с тобой пойдем? Блинную. Богдан, ну это совсем не актуально сейчас. Тем более, нас дежурные не выпустят. Так, пошли, или я сейчас тебе расскажу краткое содержание и чем все закончилось, это Ромео и Джульетта. И ты тогда точно со мной пойдешь, тебе просто делать будет нечего. Так, ну понимаешь, если мы сейчас вдвоем с тобой выйдем и надолго уйдем, что ж класс подумает? А что класс подумает? Класс это класс. Они все, что хотят, туда. Ну, а... Пошли! Нет, давай не в блинную, куда-нибудь другое место. Поцивильней. А, в подвал. В кабак. Да, ну только после урока. На хату. Блин, чуть-чуть там.
сейчас включу музыку, будем тусить. Я тебе расскажу Ромео и Джульетта. Давай. Пожалуйста. Только после уроков. Ну ладно. Спасибо большое. Финал с Мариной, слушаем вас. Марина, пошли со мной на свидание. Куда? В бильярдную. Сейчас же физика, нам нельзя прогуливать. Ну ничего, мы получим там движение, законы. Законы физики получим на движении шаров. Нет, это как-то неправильно. Но у нас просто в городе некуда больше ходить. Пошли лучше в кино. Да нет. Не хочу в кино. Как? Там же как раз мелодрама, там 10 лет спустя или что-то там посидим, там попкорн. Да не, я сопли от этих смотреть не хочу, я хочу в бильярд. Ну и ладно, твоя дело. Спасибо. Катя и Сережа. Пошли в кафе. А как же уроки? Я хочу есть. Я тоже. Надо сидеть на уроках. От физики я не наемся, все-таки пошли в кафе. Хочу беляш. Давай свалим со второго урока. Ты же знаешь, как я люблю футбол, поэтому мы никуда не пойдем. Ну да. Тогда давай сходим в кафешку. Я не хочу есть. Ты же знаешь, как я мало ем. И, во-первых, у нас сейчас алгебра. Ты что, больной прогуливать алгебру? Ну да, алгебра. А сходим на мотобол. Сегодня Атранцит играет. Я никуда не пойду. А может, сходим в кино? Сегодня «Темный рыцарь». Андрей, то, что любишь ты, ты сейчас все перечислил, то, что любишь ты. Может быть, пойдем куда-нибудь, что люблю я? На «Форсаж 6» хочешь? Конечно. Все, погнали, только после пятого. Пошли.